И всем привет, с вами я Леонид, и мы сегодня играем в игру CSGO, и мы выполняем операцию побеждать рандок на карте Dust 2. И я вам хочу сразу сказать, ожидал очень долго. Сейчас время ожидания большое идет на то, чтобы поиграть только в соревновательный режим. С чем это связано, я на самом деле особо не понимаю. Не знаю, в чем именно заключается эта причина. Но действительно, время ожидания одной всего лишь игры очень большое. И это странно. Но, что я сразу вам хочу сказать, довольно интересной становятся битвы. Перестрелки эти все. Вот это уже радует, поскольку действительно интереснее становится играть. И как вы сейчас видели, довольно быстро я раскидал противника. Ну, это неплохо. Опять сюда мы идем и здесь контролируем наш проход. Я лучше с ним поменяюсь, поскольку у него аук, у меня МПшка, МП по дистанции хуже, чем аук, поскольку аук имеет прицел, МП не имеет, и меня расстреляли быстро. Ну ладно. Ничего страшного. Надеюсь, наши все-таки справятся, хотя должны. 2 в 4. Ну что, на, пошел один, походу. Ну, либо двое. Хм. Интересно. Двое. Клон. Они все-таки вдвоем туда пошли, и наши совершили ошибку, что одного только отправили, отпустили на А. Ну и в итоге вот результат. Ну да ладно. Чего страшного? Ну что, наш? Давай. Тебе не надо было стоять, ждать, выцеливать противника. Тебе нужно было просто идти, целиться в сторону противника. Ну и все. Ну почему именно так? Потому что у него и так есть преимущество. Их трое, во-первых. Во-вторых, они его окружили. Ну и все. Он маловероятно, что что-то успеет им сделать троим. Да, есть небольшая вероятность убить их, но она реально небольшая. Так, нужно, пожалуй, громкость голосового чата сделать побольше. А то зеленого не слышу. Тебе я не говорю, что он там миллион зарабатывает. Mm-hmm. А не знаю, куда он второй день лезет, уже работает. И что получает? Так. Касай. Нормально. Здесь у нас никого. Это в ночную там работает. Ну, это хорошо. А, сука. Я понял. Вот они, да, в тёмке. Они в тёмке. Смотри, тёмку, Серёг. Mm-hmm. Ясненько, ясненько. Вполне возможно, они сейчас сюда пойдут. Где-то здесь быть будут. Да. Они на идут. Да, наш молодец. Просто прекрасный игрок. Ну ладно, ладно. Синий одного убил. Ну я же сказал, они на идут. Да. Он еще и не смог его убить. Прекрасно. Просто прекрасно. Угу. Ну что, Липи сможет выиграть или не сможет? Ну, скорее всего, нет. Да. Вот. Да, именно так. Он не смог. У нас тут все с медалями различными. Ну вот, о чем я вам как раз и говорил, что играть сейчас намного интереснее стало. Игроки более мощные стали тут чаще попадаться. Но правда, время ожидания действительно желает лучшего. В самом начале я как раз поставил, на сколько я ждал. Ну хотя не то, что сколько я ждал, а сколько примерное время ожидания. Дрена бегут. Так. Бомба в яме. Два в яма.
Оу! Хедшот. Хорошо мне там, сука, затащили в голову. Да. Ну что, желтый как? Ага. Желтый упустил. Но это немного удивительно. Как так? Ну да ладно уже. Да блин. Да. Прекрасно. Просто прекрасно. Если сейчас кто-то не понял, то я это пуперку лопал. Фиолетовый у нас в АФК. Угу. Я, пожалуй, зеленым пойду вместе. Угу. Я понял. Ой-ой-ой. Один есть. Один уме. Так. Бомба в яме. Давайте. Так, минус. Ну. Фиолета, я надеюсь, ты сможешь нормально убивать противников и не тупить. Вот очень сильно это надеюсь. Скорее всего, еще двое находятся ближе к Б. Ну, либо через съемку шли. Это тоже возможно. Угу. У машины. Так. Давай. Давай. Желтый. Теперь ты должен. Желтый, желтый. Но он не смог. Обидно. Не понял. То есть не меняется тут позиция, что ли? А, нет. Меняется. Но она как-то странно меняется на самом деле. Ладно. Ну я, пожалуй, сделаю вот так сейчас. Вот. Угу. Давай, давай. Подходи. Подходи, родимый. Бомба на... Ах. Ах, ах. Не смог. Синий, я надеюсь, ты тупить сейчас особо не будешь. Желтый, ну ты даешь. Ты просто даешь. Как ты убить не мог их обоих? Ну, ладно, одного. Как ты в него попасть не смог? Там даже не такая большая проблема была попадать в одного. Он вообще не мог. Но я поражаюсь этому. Ну да, ну да. Зачем бежать и искать кого-то? Лучше на базе врага посидеть. Эх. Да. Прекрасно. Он решил АК засейвить. Ладно. Так, ССГ покупаю, я бегу туда наверх. Как раз и буду там сидеть. Хотя можно синему помочь. Ну не знаю даже, стоит или не стоит. Ну, хотя можно. Действительно, можно ему будет помочь. Ого. Я отпрыгнуть даже не успел. Да. Ну, это слив. Это реально слив. Угу. Сигарет. Всех убили. Ну, хотя я вообще не удивляюсь этому. Ну, да ладно. Хотя, может еще вот это. Так, так, так. Противник бежит. Угу. Ну что, ждем. Ждем противника в этой части. Он, судя по всему... А, нет.
Не пойдет там. Угу. Так. У меня. Иду. Русский по-русский. Так. Бомба Путин. Угу. Бомба у Путин. Ой-ой-ой. Найс. Бомба у Путин. Давай. Влазь. Шука. Влазь. Я жду. Я жду его. Хорошо, он за ящиком. Зешко, зешко, я. Да-да. Е, убили. Хорош. Убили его. Трепель ед. Убили. Серов, дед. На. Угу. Трепелье. Ц. Ящик. Кедес. Квад бесету. Как я понимаю, синий англичанин. Судя по разговору. Хотя, может, и не англичанин, но явно не русский. Я, пожалуй, пойду желтому желтому, фиолетовому помогать. Хотя у меня есть подозрение на то, что... Ебать, три фэ... Что там? Все печально. Все просто печально, может быть. Бля... Угу. Так. Готов один? Ну? Где? Угу. Так. Где он? Ай-яй-яй, не успел. Не увидел. Поздно. Очень поздно. Ну да ладно. Ладно. Бывает такое, ничего страшного. Ну да. Все, взрыв. И кого он там ждал увидеть? Там явно никого и не будет. У зеленого печаль с деньгами. Давайте аук. Ну и вот так вот. Угу. Ай-яй-яй! Ебать! Чё там? Вот это я затупил. Да. Сука. О боже. Желтый так тупил. Он два раза... Ну, там больше было возможностей, но он двух игроков пропускал. Просто пропускал. С АВП не убивал никого. И его под конец взяли и грохнули. Это да. Это ужас какой-то на самом деле. Ай-яй-яй-яй. Угу. Ну чё там, в тёмке будет кто-то или нет? Сука! Бомб мид. Ага. Ой, шот. Ого. Чё, сверху, снизу? Где ты? Ясно. Его нету. Это тело. Угу. Спавн. Ай-яй-яй, все сверху шло. Просто все сверху. Ай, нехорошо. На спавне АВП и около него АК стоит. Угу. Ну, как синий сейчас играет? А зеленый, возможно, обходит тебя. В чёмке.
нашего времени. Бей. Хе. Давай. Еее. Справился. Он всё-таки смог. Да. Ты-то шо? Ох, как с деньгами-то печально, все грустно. Денег нет вообще. ХМ-ку. Возьму ХМ и побегу в тёмку. Наверное. Да, в тёмку. На этой неделе Серега Панч должен выйти для игры. Меня не убили все. Ну они типа там, ну крупный должен там, типа, синего грохнули. Великолепно. Ай! Зря. На Б залетели. Б1. Зря я так долго смотрел. Да, сейчас просто глупый слитый раунд. Просто глупо слит. Ай-яй-яй, нехорошо. Просто нехорошо это было. Эх, обидно. Очень даже. Ну и вот бомбу поставили. О, убил. Хотя, особо не удивительно. Я вообще слился, даже не сопротивлялся. Желтый двух только убил. Зато 9 раз умер. 9 из 12. То есть, честно говоря, бесполезный игрок. От бота больше пользы был. Ну, опять же, от бота было больше пользы. Почему? Потому что вы можете играть за бота, и у вас как бы вторая жизнь. Вот от него и пользы больше. Вот и все. Угу. Пошмаляли и все. Угу. Так, хорошо. Ай! Еще одна флешка. Ой. Даль там. Там еще есть аккурат. Добрый. Да, Серега, мочи. Давай. Ой-ой-ой. Hello. Да, гениальный. Гениальный бросок сейчас был. Огненная смесь. Ну да ладно. Добрый. Убил. Сука. Он съёбывает. Угу. Бомба где? А вот съёбывающий. Он бежал, что ты съёбывающий. Давай. Покажись, где ты. Трос. Ууу, неприятно было. Да. Да. Как? Желтый не мог убить его. Это ужас. Это просто ужас. О, мэн, капец. No ATP, don't play game. Капец, просто капец. Как можно так играть? Я, конечно, понимаю, я сам не лучше. Но, блин. Эх. Эх. Ну да ладно. Don't play game. Я, пожалуй, сделаю вот так и вот так. Да, ну и вот так. Так, пусто. Понятно. Угу. Угу. На спавне у них. Серега, ниже тёмка есть, аккуратно. Тёмка АВП. Угу. А, сука! Угу. Ебучий АВПшник. Прекрасно. Серега, справа двое. О, убил. Это не те все равно. Б. Наверняка будет. А у нас еще два с пистолетами было.
Да, великолепно. Просто великолепно. У нас в этом видео будет соревновательный режим. Надеюсь, хотя бы одну звезду сможем набрать. Ну, лучше будет, если две. И мы будем еще какое-нибудь задание выполнять уже. Еще будем выполнять какое-нибудь задание. Я там посмотрю. Я просто не смотрел особо, что есть. Я увидел задание на Dust 2. Я просто хотел сначала соревновательный режим записать. Вспомнил, что сегодня среда. И вышел обновление. И решил как раз таки новую задачу пройти. Операцию дальше выполнять. Ну и вот сам результат. Из съемки вышел. Толпа в тёмке была. Ну и зеленый один. Неплохо, неплохо. За тебя еще будут. Да. Просто слив опять раундом. Быстро. Быстрый и качественный слив. Но мы даем. Все, хватит брать дробовик. Нужно брать нормально играть. Без вот этого. Пытаться чисто с дробовичком. Угу. Ну все. 5 раундов осталось. И мы полностью слились. Окончательно. Обидно будет. Нам бы еще хотя бы 3 раунда взять на то, что хотя бы одну звезду заработать. Ну ладно. Так, 9 пускай будет. И осколочно. Я, кстати, так и. Ой. Along, курва, грин, идиото. Так. Оу. Лонг. Угу. Help me, orange, long. Давай. Ну синий. Ну понятное дело, нас там толпой. Одного даже с ножа убили. Свои убивают своих. Ну, почему бы и нет? Kick Frost, yellow, kick Frost. Давайте его выгоним. Кого? Ну идиот. Синего. Russian идиот. Зачем? Хули бесит такое. Так, готов один. Там пусто. О, ХМК. Прикольно. Я рад тому, то, что тут ХМ была. Остаетесь на Б. Я просто рад этому. Угу. Ой-ой-ой-ой. Как там получилось-то? Просто иди на Б. Угу. Давай! Готов один? Yes. Убил. 60% и... Ай! Не успел убежать. Взорвали-то. Ах. Наверное, стоило в тёмку бежать. Почти сразу. Но хотя лук был лучше, чем ХМ. Из-за этого хотел ХМ-ку себе забрать. 11 скиллов. Ну, в принципе, неплохо. Вполне неплохо. Для начала. Честно, неплохо. Давайте сейчас сделаем вот так вот. Ложную. Ага. Да, чисто.
Ну, нашим как-то на это пофиг. Готов. Юспадин. Калаш. Ну, калаш можно взять. Ой, всех убили уже. Как так? Как так всех убили? Угу. Никому ничего не надо давать. У всех есть деньги. Можем, в принципе, покопить еще. Ага. Давайте делаем и вот так вот сейчас. И бежим сюда. Ох. Да, блядь, нахуй ты. Да. Опять слитый раунд. Опять слитый раунд. 1-4. Меня просто ниоткуда-то взяли, убили. Я даже не видел откуда. Ну вот, просто один с дробовика убил. Ужас, как так все. Один раунд и именно выиграть. И будет у меня задание выполнено. На одну звезду. Давайте. И блин, я хотел СГшку. Ой, СГшку, ССГ купить. Худрок. Ходим. Ну ладно. Умри там. Ага. Я понял, откуда он стреляет там. Берем, делаем вот так вот. Так. Ну и пробегаем. Да, сука! Ха! Сити, сити, сити! Эх, не задело. Бля, Серега. Угу. Я думал вообще. Так, готов один. Ой-ой-ой! Готов. Желтый, быстрее помогай. Уходи. Последний внизу под тобой. Давай, давай. Задавим. Е. Ура. Смогли. Смогли мы. Фух. Ну вот, одна звезда хотя бы имеется. Хотя бы. Это лучше, чем вообще не получить прям на сопле какой-то. Ну что, как там будет сейчас? Раш бей. 2Б. Ясно. Упс. Угу. Ой, не убил. Не убил сразу. Плохо. Ладно. Плохо. Плохо, что не убил. А, наш, все, пошли. Б уже раш окончательно продавили. Это хорошо. Это хорошо. Ну, тут понятное дело, я уже окончательно прошел вперед. Да блять, как так? Чё? Чё это было? Он у меня стоял. Как я его не убил? Почему я его не убил? Скажите, пожалуйста. Почему? Что произошло? Еще 7 раундов тогда. Ладно. 2Б. 2Б? Что то я? Да. 2Б? 2Б. 2I, 2. Ц. Умер. Готов. 1 готов. Ничего не могу.
Ой-ой-ой-ой, как тут почти в меня попали-то? Да, топ один. Ух ты. Сверху. Ух! Молодец я. Я молодец. Угу. Ну все, зеленый пошли. Зеленый пошли. Зеленый. Че? Пошли. Сейчас тебя убьют. Да, да, да. Сейчас меня убьют. Конечно. Ух! Смог. Убил троих противников. Неплохо, неплохо. Фиолету можно. Но он уже сам себе купил все, что ему нужно было. Так что нормально. Ну. Опять 2Б. Но как-то странно они все делают. Кстати, броню купить надо. Да купить. О-о-о. Сливаются наши. Наши сливаются. Как-то быстро. Слишком быстро, я даже так скажу. Должны были помедленнее. Ух. Делаю вот так вот. Готов. Битва снайперов, походу. Сейчас, скорее всего, битва снайперов будет. Угу. Уху-ху-ху-ху. Так, хорошо. Просто прекрасно. Просто великолепно и прекрасно. Хотя стоило налево побежать. Ай, ну ладно уже. Поздно. Поздно об этом уже думать. Ну ладно. Ух ты. Не пошел. Ой, я тебя видел. Давай. Умри. Фу. Так как так? Как я в него не попадал? Он топ идет. 58. Просто 58 хп. 58 хп. Эх. Было бы прекрасно, если он бы не успел раздефьюзить. Но, увы, раздефьюзил. Увы, ях. Бывает такое. Делаем сейчас вот так вот. Угу. Ладно. Так, девятый. Так, девятый беру. Ух ты, не убил. Опять не убил. Да как так? Как у меня так идет все? Все обидно и печально. 53. Просто 53 ему хп снял, он меня убил. И самое главное, он каким-то образом мне хедшот дал. А я, несмотря на то, что выше, чем он нахожусь, ему хедшот не дал. Интересно вообще, куда я в него попал? Ну, тут явно уже слив. Ну вот. О чем я и говорил, что явно тут слив. Тут просто видно было уже, что слив. Да ладно. Давайте СГшку. С учетом того, что последний раунд это, то лучше СГ.
Ну что? О, вниз. Чёмка одна, один. Блин, одна. Ага. ССГ. У-у-у. Ну ясно, ясно. Я один. Я один остался, просто. Понимаю. Угу. Нашего вполне могли уже обойти. Ну, такая жесткая игра. Лагает что-то. Угу. Наша вполне удерживает его. Флешка полетела. Готов один. Ставлю бомбу и все. Можно уже почти радоваться жизни. Куда лучше, вниз или вверх? Пожалуй, вверх все-таки. Ну что? У-у-у. Of course. Long half HP AVP. Есть. Готов один. Push, don't push. Готов. Half HP. Угу. Take AVP. Ой, я выжил. Я все-таки выжил. Угу. Угу. Никому дроп не нужен. Ну, с какой-то стороны это хорошо. Что никому не нужен? С какой-то только. Да как? Один точно Б. Как я не успеваю убивать? Вот просто как я не успеваю их сливать, они меня сливают. Я не понимаю. Ну, тут понятно уже все. Это чистый слив, потому что... Ну чё, 2 в 5 уже. 2 АВП тут стоят в одной части. Один теперь в 4. Вот, один в 3, и вот, пожалуйста, готов. Ладно, я вернусь уже в следующей игре. Какая именно игра будет, я не знаю. Я выберу, и я что-то получаю. Это кейс. Ну, особо не удивительно. Вот, кстати, игры, которые доступны. А я, пожалуй, пойду в зачистку. Нужно выбрать карту СЦИ. Вот, у нас началась игра. Зачистка Даст. И у нас такой есть один интересный игрок с ником длинным. И опять меня сливает. У него капец, насколько длинный ник. Просто. У нас один список. Ну... не умещается на самом деле в один список все, и там где-то 2-3 строчки идет этого ника, только просто одного ника, и это ужас, честно говоря. Ну, меня уже слили, неудивительно. Вот слева выявил его, видите, у него капец длинный ник какой. Ух ты. Неужели? Неужели его слили? Я удивлен. Его убили все-таки. Как так? Вот. У него просто ник особо не помещается. Ну, прекрасно. СИ не попадается нам. Почти у всех медальки есть. Ага. Ой. Глаза-то. Глаза залетело. Ну что, пойдешь сюда дальше или не пойдешь? Судя по всему, не пойдет. Ну и зря. Очень зря. Так, готов. Ой-ой-ой-ой. Ой!
Ну, нелепо я все-таки кинул эту гранату, зажигательную смесь. Ну да ладно. Один килл. У меня просто один килл. Один чертов килл. Умри. Граната. Ну, правда, граната его не убила. Ну да ладно. Давайте. Обстреливайте, я обезвреживаю. Обезвредил бомбу до того момента, пока мы не слились. Ну и пока всех не убили еще. Повезло. Чисто повезло здесь. На самом деле. Угу. Да. Понимаю. Ой, надымили, напарили тут. Как тут напарили-то, а? Эти молодые люди. Эх, не успел попасть. Не успел, выше его попал. Не успеет он обезредить. Взорвется уже. Понятно. Дамаг это его гранаты даже не пошел. Удивительно. По нему он не пошел. Странно хотя. Б. Да, это Б. 2 килла, 4 смерти. Прекрасно. Просто прекрасно. Что могу вам еще сказать? Лучшего не сыскать и не придумать. Так, готов один. Для нас уже есть преимущество минус одно оружие противника. То есть минус одна головная боль. Минус еще одна головная боль. Но зато здесь он напрягает действительно. Ах, наш его не убил раньше, чем нужен был. Ну, хотя нет. Успел. Повезло. Просто повезло. О, наконец-то из ты попалась. Ну, одна звезда уже гарантирована. Теперь еще два СИ получить нужно минимум. А лучше еще 4. Ух ты. Сразу. Готов. И еще один готов. Круто. Третий. И почти четвертый. Удивительно. Сколько там еще? Ну, 2-3 раунда еще. Где-то так. Вот. Хотя как 2-3 раунда? Прям точно сказать невозможно, сколько именно еще играть надо, но именно до победы чьей-то 2-3 победы какой-либо стороны надо сделать еще. Он здесь был. Ай-яй-яй, СГ минус 73 ему дал. Почти убил. Почти капелька осталась. 27 хп. Угу. Ну и все. Взрыв. Он убил. И в итоге последний раунд, судя по всему. И мы уже проиграли. Ну да ладно. И это Б. Лучшего не придумаешь, где играть на самом деле. Ладно, я на Б пойду сейчас, поскольку... Ну и на Б. Через эту часть пойду, поскольку здесь никого нет. Все, просто все решили идти по правой части, а про левую часть вообще никто не вспоминал. Эх, и меня там прикончили. Быстро как. Ну, судя по всему, и даже не судя по всему, а так и есть, я на этом заканчиваю это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.